Кроме того, звук «е» придает обаяние и простоту. Люди с буквы «т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Отвага, дерзость, изворотливость, острый живой ум, неиссякаемый источник новых оригинальных идей, вечная неугомонность, стремление к переменам, движению, свободе и раскованности, любовь к приключениям, риску и всяким неожиданностям – все это характеризует обладателя этого имени. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Этим людям не хватает выдержки и терпения. Они стремятся достичь результатов немедленно. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Обладают богатым воображением и высокой интуицией. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Вибрации у этой личности являются чем-то вроде внутреннего двигателя, активизирующего человеческую активность. Но эта активность возможна только в том случае, если у данного человека присутствуют характеристики, находящиеся в гармонии с проставлением внутренней сущности. В противном случае эту личность ожидает полная фрустрация, и она может стать агрессивной, сварливой и недовольной всем и вся. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.